понравилось бы два стакана. Один с водой, один с ядом. Какой бы вы выбрали? Вот при таком самом простом варианте решения. Почему иногда мы делаем совершенно противоположный, когда думаем про наши мысли? У нас есть вариант думать о спасении из любой ситуации. У нас есть вариант о чем-то хорошем, что нас ждет завтра. Или же переживать, беспокоиться, нервничать, бояться. Любая негативная мысль — это очень сильное отравление нашему организму. Оно фактически убивает нас изнутри. Сейчас я хочу сделать одно пророческое действие. Давайте мы с вами несколько секунд помолчим и спросим у Святого Духа, какую негативную мысль мы лелеяли, холили, гладили, принимали, позволяли ей отравлять нас, чтобы Он вот сюда, в наши руки, сейчас ее вытащил, и мы могли бы ее отдать Ему. Давайте несколько секунд помолчим и спросим Его, и подождем, пока Он ответит. Святой, я благодарю Тебя, что Ты вне времени. И Ты можешь проникать сейчас глубоко в наше сердце, доставая оттуда все, что сегодня нас тревожит, лишает мира, мешает иметь счастливую, радостную жизнь. Дух Святой, я благословляю Тебя проникнуть туда и произвести свою бескровную операцию, удалив этот вирус, удалив это зло, удалив этот яд. Дух Святой, я приглашаю сейчас Тебя, как живую воду, наполнить наше сердце, наполнить наши мысли, наполнить нашу жизнь, чтобы мы могли выйти в этот день радостно. Дух Святой, спасибо Тебе за Твое очищение, за Твое обновление, за Твой елей, которым Ты поливаешь сейчас нас, и заменяешь эту негативную мысль на радость, на надежду, на вдохновение. Я благословляю, чтобы сейчас Твоя жизнь была вдохнута в каждую клеточку нашего организма, которая была испорчена. Иисус, я благословляю нас держать эту мысль крепко, обеими руками, ту, которую Ты сейчас нам даешь. Ты обновил нашу генетику, Ты обновил нашу кровь, Ты обновил наше сознание, Ты сотворил нас новым творением. И я благодарю Тебя, Иисус, за то, что древнее прошло, а теперь все новое. И мы можем входить в эту реку, купаться, наслаждаться и быть в этом потоке вместе с Тобой. Аминь. Друзья, я хочу обратиться сейчас к тем, кто, может быть, себя не чувствует, что это ваш день. Или вы не чувствуете себя здесь как дома, или что кто-то другой уже вошел в эту воду, и вам не хватило места или времени. Как ангел когда-то, да, сходил, возмущал воду, чтобы приходило исцеление. И когда пришел Иисус, человек ответил ему: «Нет того, кто бы опустил меня». Я получила и увидела, как ангел возмущает воду во время прославления. И я чувствую, что Господь говорит вам, каждому, кто так себя чувствует, что это твой день, это твое время. Возьми постель свою и иди в дом. Возьми то, что сейчас нужно. Возьми, о чем ты сейчас беспокоишься, что ты переживаешь, о чем. И иди в дом свой с тем, что приготовил для тебя Господь. Я просто сейчас хочу помолиться за тех, кто так себя ощущает. Поднимитесь, пожалуйста, те, кто так чувствует.
Дух Святой, я благодарю Тебя, что Ты вводишь в дом пира, что Ты поднимаешь знамя, знамя любви над каждым человеком. И я благословляю, чтобы всякое мышление жертвы, оно просто сейчас было сокрушено во имя Иисуса Христа. И я благословляю, чтобы пришла ответственность за свою жизнь. И я благословляю, мой Бог, чтобы этот призыв «Встань, возьми постель свою, иди в дом свой» в сфере здоровья, в сфере радости, в сфере финансов, в сфере взаимоотношений он был услышан народом Твоим, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты говоришь сейчас в сердце каждого. Возьми постель свою, иди в дом свой, в радости, в веселье. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, мой Царь. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Господь. Я не тот Бог, кто стоит к Тебе спиной. Я открыл лицо свое, но между мной и Тобой стена. Ее построил не я. Я же тот Бог, кто с тобою жаждет быть. Позволь мне этот лед растопить, душа. Позволь любить тебя. Ведь я не тот Бог, кто стоит к тебе спиной. Я открыл лицо свое, но между мной и тобой стена. Знай, ее построил не я. Я же тот Бог, кто с тобою жаждет быть. Позволь мне этот лед растопить, душа. Позволь любить тебя. Друзья, не так давно я увидела очень красивое и яркое видение. Я увидела картину Божьего присутствия. Я увидела, как Иисус сидит у воды, а на воде лежат, покоятся овечки. И получила такое слово: «Я сам пойду и веду тебя в покой». Покой – это мое присутствие. И все, что имеет значение, это мое присутствие. Будь уверен, я с тобой. Я с тобой буду даже тогда, когда ты не будешь знать, почему то или иное происходит. Тебе будет достаточно того, что я с тобой. Тебе будет достаточно того, что моя поддерживающая сила – она с тобой. И овечки, они сами по себе, они не могут плавать. Они сами по себе, они не могут лежать на воде. Так же и мы без Бога сами по себе ничего не можем. Но Его присутствие, Его поддерживающая сила, она помогает нам. Она дает нам покой, она дает нам мир. И я хочу благословить всех тех, у кого на сердце какая-то боль, какая-то тревога, какое-то непонимание того, что происходит вокруг. Я хочу благословить его миром. Хочу благословить, чтобы вы легли просто на эту воду, чтобы в сердце пришла безмятежность. И я хочу помолиться за вас. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты сам наш покой.
Я благодарю Тебя за то, что Ты сам идешь, и Ты впереди, Боже, Ты впереди, Ты идешь туда, где, куда мы еще только собираемся. Я благодарю Тебя за то, что Ты уже все приготавливаешь. Я благодарю Тебя, потому что Ты сказал: не бойся, не бойся, потому что Ты благоволил каждому, потому что Ты благоволил дать царство. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что царство Твое всем обладает, и оно принадлежит нам, и за то, что Твоя поддерживающая сила, она с нами, и она помогает пройти любые трудности, любые испытания, чтобы слава Твоя, она сияла все ярче и ярче. Я благодарю Тебя, мой Бог, мой Царь, мой пастырь. Слава Тебе за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, всем спасибо, кто добыл до конца вместе с нами. Пусть мир Божий будет вас сопровождать. И у меня просьба такая.